на ремонте микроволновка Samsung. Не подает признаков жизни, включена в розетку, но никаких признаков жизни нет. Сзади откручиваем винты и снимаем крышку. Винты я уже открутил. И теперь движением назад снимаем и снимаем крышку, смотрим. Ну, начинаем, как обычно, с предохранителя. Думаю, что в данной ситуации именно эта проблема. Крышка снята. Смотрим, вот здесь есть плата. Внизу платы. Вот в этом месте. Вот в этом месте находится предохранитель. Сейчас сниму. Он вытаскивается. И посмотрю, что с ним. Достал предохранитель, проверил. Предохранитель сгорел. Значит, одна из причин сгорания предохранителей — это неправильное срабатывание или не срабатывание, или не вовремя срабатывание. Здесь есть три переключателя, микропереключателя. Они там последовательно. Сначала один включается, потом второй. И вот если они включаются неправильно, то часто сгорает предохранитель. Нужно посмотреть, все ли нормально с выключателями. Хорошо ли доходят рычажки, которые там нажимают. Ну или вообще они полностью ли замыкаются контакты. Сейчас буду проверять переключатель.